Итак, на колясках данного типа есть вот такие механизмы, которые давят на клапан газлифтов при помощи этих тросиков. Сам механизм должен настроен быть так, чтобы между язычком и клапаном помещалась спичка. Если язычок хотя бы немного надавливает на клапан, то газлифт просто будет откидывать спинку назад. Для его настройки нужны будут ключи и спичка, обычная спичка. То есть выставляется все так, чтобы между языком и клапаном проходила спичка. 1-2 мм зазора будет полностью достаточно. Настраиваются сами газлифты. Выкручиваются, так как на них есть резьба, и они закручены в корпус коляски. И дальше поджимается сам газлифт вот этой вот гайкой. Она должна быть затянута. Ну и, соответственно, можно отрегулировать язычок также манипуляциями с двумя гайками. Подтянуть, либо же ослабить. Никакой особой хитрости здесь нет.